Всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал. У меня сегодня заказ Oriflame, вернее, 3 заказа по 50 баллов, чтобы вышла бесплатная доставка и очки за недорого. Что же я заказала? Заказала такие гели для душа с лавандой и мыло с лавандой. Очень красивый наборчик получается. Так, давайте как-нибудь возьму. Все, хочу его открыть и посмотреть. Интересно же. Ну, по качеству хочется все равно в использовании взять. Действительно, мыльная лаванда. Красивый такой, ну как красивый. Интересная все равно такая форма. В руке удобно держать, как лепесточек. Ох, лаванды, да, действительно мыльные лаванды. И гель для душа пахнет, конечно, понежнее, получше. Без всякого мыла. Лаванда такая четкая, прям, не знаю, красивое оформление. И такой же набор. Это миндаль. Миндаль тоже красивый. Тоже вкусно пахнет. Мне нравится. Вот. И мыло. Ну, это мои добивки были. И что еще было добивкой? Это... Ну, что там брать, что брать. Думаю, что взять. Возьму-ка я интимки. Они никогда лишними не бывают. Фиолетовые. Это у нас... Мягкий гель, а с чем? Не знаю. С пребиотиками. Wild Pansy. Ну, в общем, на английском все. Тоже фиолетовый красивый девчачий оттенок. Тоже взяла 2 штучки. Также взяла 2 штучки. Вот такого розового. Grand Berry, какая-то ягода. Тоже с пребиотиками. Сейчас скажу по аромату. Да, кисленький такой ароматик. Ягодный такой у розового. У фиолетового более мыльный аромат. Похож на мыло лаванду. Такой мыльный прям. Розовый вкуснее пахнет. Повкуснее будет. Всякой макулатуры мне здесь положили. Ну, давайте мы с ней попозже. Что еще взяла? Так, ну что там еще брать? Мыло мужское. Такое синее. 4 штуки. Кулин. Освежающее. Здесь 100 грамм, а здесь, по-моему, 90 вроде бы, да. Вот. Пошушим. И отодвигаемся. Самое вкусненькое сейчас начнется. Это была добивка, так скажем. Очки. Какие же мне положили очки? Так, вот такие положили очки. Вернее, я их сама выбрала. Это во втором заказе я их выбрала. Вот. Ну, решила двое просто одинаковых не брать, а взять вот такие вот. Стильно, красиво смотрится. Вот, да, сбоку. Вот здесь я их примеряла, мне, в принципе, они пошли. То есть идут и как бы нормально смотрятся, хоть они такие, ну, массивные достаточно, но все равно. Как их положить? Как их положить, чтобы не упал? Вот так. Но все равно как бы пойдут. Вот. И вторые, вернее, это в первом заказе, я отхватила себе вот такие вот красные.
Прикольные вообще очечки, конечно, красненькие. Это уже Норхен, и они постильнее будут смотреться. Ну, и вообще качество у них самих вот этих вот стекол как-то поцивильнее, да, получше. То есть у них и комфортно глазам. Душки здесь. Так, давайте еще двинемся. Душки вот такие тонкие. Пластик. Вот, я, конечно, рада, что я их отхватила. Чехольчики тут у всех такие прям добротные. Ну, есть еще тряпочка для протирания стекла. Так, вот эту штучку мне прям хочется отлепить. Ну, вот по сравнению, например, с этими, да, очками. Квадратные они, конечно, массивно уже так сидят на лице. Никак я, никак. Никак. Вот люблю поковырять. Ну, куда ж деваться без этого? Так, ладно, оставим. А здесь, кстати, есть еще чехол розовый. Он, наверное, тоже служит протиранию очков. Да? Наверное, да? Давайте попробуем. Нет, как-то ими плохо протирать, кстати, очки. Он не гладкий, он такой не протирает эти очки, так что для протирания не пойдет. А эта тряпочка, а это, наверное, пойдет. Ой, что еще? Ну, правда, такие они какие-то огромные. Ну, смотрится вроде, слава богу, ничего. Что еще заказал самое главное? Ах, да, мне же дали типа подарок там, забыла совсем про него. Огуречек, огуречный гель в подарок. Я делала заказ в последний день. Его вроде как уже этого набора не было, но потом сначала был там, пробивался у меня средство для ног, спрей, там что-то еще, да, желтенькое, желтенький наборчик. Но потом в самый последний момент этот желтенький наборчик поменялся опять на огуречный, зелененький. Вот. И так получилось, что отхватила я зелененький наборчик. Я хочу здесь мою понюхать. Интересно. Какой-то парфюмированный зеленый аромат. Наверное, помягче будет мыло такое, но какое-то интересное. Но здесь нет прям такого четкого мыльного аромата, как вот в том мыле. Вот, поэтому, мне кажется, может быть, они получше качеством даже будут. Не зря они стоят подороже. И вот такие патчи с киви. Всегда, когда я видела фото с ними у девчонок, они вызывали у меня улыбку. Очень такие забавные они, да, в виде кивинок. И все девочки так разрезали, или они там уже на половинке. И наклеивали на глаза, на лоб, куда только не наклеивали. Патчи на 10 минут. Избегать попадания в глаза, не смывать. Так. И покажу вам коробочки Норхен. У меня их несколько коробочек. Давайте все по очереди. А конкретнее 5 штучек. Там была распродажа в промо-акциях для консультантов, да? 5 коробочек. Ну, я решила гулять так гулять. Давайте, что нам попалось в этой. Приходят все в мешочки, в коробочки, в мешочки. В общем, всякой всячины здесь полно. Бумажка. Я потом просто вот так вот складываю мешочек вот туда, в коробочку, и храню без бумажки на этом мешочке, чтобы было видно хоть, что там хранится. Это такие вот сережечки.
Все мне очень понравилось, я уже все это смотрела, все разглядывала, прикладывала. Очень красивые. Я вам все это покажу вблизи, как будет смотреться на ушках. Так, следующая коробочка. Пошуршим немножко. Так, вот такие вот. Тоже красивые. Два розовых и последний такой аметистовый оттенок. Тоже под мой сегодняшний розовый наряд. Очень даже красиво это смотрится. Так, следующее. Такие серьги. Это как бы такая пирамидка, в общем, ограненный, ну не знаю, как назвать, кубик, не кубик, да, объемный такой. Тоже прикольно. Наверное, это авантюрина, вот этот вот зелененький, я так думаю. Ну, надо посмотреть точнее, я уже честно не помню. Розовый, наверное, розовый кварц у них обычно бывает. Вот. Так, следующее. Это вот такие вот серьги. Тоже тут такие интересные камушки. Ну, тоже на ушки смотрится нежно достаточно. Пусть они тускловатые, но милые тоже. Так, бумажки. Ох уж эти бумажки. Так, следующее, последнее. Так, вылетают уже. Тоже серьги. В общем, на серьги я что-то так напала. Вот эти вообще тоже такие прелестные. Зелененькие. С обратной стороны они тоже, да, с камушками, да. То есть с двух сторон. И вот тут вот такие камушки, как фионитики. Тоже все на ушках покажу. Вот такой был мой заказик. Сейчас я буду примерять. Смотрим. Вот такие вот сережечки с жемчугом. Очень миленькие. Достаточно они такие объемненькие. То есть их видно. На ушке вообще замечательно. То есть я их не ощущаю. Сидят хорошо. Застежка такая тоже удобная. Такие вот длинные с розовым кварцем. Такие капельки. Видно, да? Тоже легкие, тоже у них такая же застежка. Вот с предыдущими у них такая вот
острый вот этот кончик, что у меня аж ухо покраснело, пока я их надевала. Эти вот нормально надеваются, без всяких проблем. Не знаю, нежненькие такие, легкие. Ну, тоже симпатичненькие, приятные. И вот такие лепесточки зелененькие. У них застежка интересная, колечком там так на две половиночки оно разламывается и застегивается. Все серьги очень достойные, мне все очень понравились, поэтому я рекомендую, кто любит такую бижутерию, пусть это дорогие камушки, но смотрятся они очень нежно, по-летнему, именно летом мы хотим как-то преображаться, менять образы, поэтому советую. Черные очки. Большеваты все-таки, да? На пляже, например, от солнышка, то нормально. Если платок еще завязать, то будут стильно так смотреться. Не знаю, мне нравится.